Детей Киркорова воспитывает их родная мать. Певец постоянно делится с поклонниками фотографиями своих детей – 3-летнего Мартина и 4-летней Аллы Виктории. В комментариях к снимкам одни подписчики радуются за артиста, другие сокрушаются, что малыши растут без мамы. Оказалось, это не так. Филипп Киркоров не делал тайны из того, что его дети рождены суррогатной матерью, имени которой он не раскрывает. Но настоящим открытием для фанатов певца стало то, что мать Мартина и Аллы Виктории в данный момент живет в доме артиста и воспитывает малышей. Детей должны воспитывать их родители, а не няни. Я в этом плане, возможно, старомоден. Поэтому воспитанием непосредственно занимается мать детей. Она человек не публичный, не любит лишнее внимание и всю эту светскую суету. Но у нас нормальная полноценная семья, рассказал поп-король. Надо отметить, что Киркоров и сам старается все свое свободное время проводить с детьми, а когда уезжает на гастроли, то постоянно им звонит. Мы очень много разговариваем с Мартином и Аллой Викторией. Она, кстати, несмотря на возраст, уже вовсю освоила современные технологии. Сама умеет звонить по скайпу. Да, и я в течение дня часто звоню домой. Они скучают, конечно, когда меня долго нет, но понимают, что папа должен работать и зарабатывать деньги, сказал певец.